кот тут пришел меня встречать. Я их уже... Ой, ведро упало. Я их уже покормила. Вот и кошка делась, не знаю. Коты на месте, а ее нет. Может, с кем-нибудь ушла, не знаю. Ну, может, Дима еще спит. Да? Кск. Забыл, как ее. Тишка. Тишка, тишка, тишка. Вот облизывается. Гостей мне не надо намывать. А то у меня ничего к чаю нету. Там какая-то ерундень. Степ остался. Главное, конфеты, которые мармеладные, вот эта стрекоза, как это называется, все съели. А степ остался. Я только одну конфету примерно в день ем, больше не хочу. Вообще, как конфеты, не очень люблю. Чтобы мне конфетина какая-то нравилась, это не знаю. Мне ничего не нравится. Так что конфеты я покупаю очень-очень редко, когда вот прям сильно захочется конфет. Ну, вот мармелад мы все любим. Но почему-то вот мармелад, вот, ну, не так вкусно, как вот мармеладная конфетка почему-то. Не знаю. Раньше я любила в шоколаде такие вот фантиках мармелад. Ну, как это называлось, допустим, барбарисовые какие-то там мармелад. Ой, как мне эта простуда заколебала. Но уже все равно голос у меня почти прошел, но вот все равно в носу как-то там все свербит, непонятно. Когда это пройдет, не пойму. И как-то запахи не очень. Ну, как бы чувствую такие самые вот сильные. А вот не, чем на улице пахнет осенью, допустим, я не могу сказать, потому что я не чувствую. Хотя вот я люблю, когда пахнет вот лесом, осенью, вот листьями такими опавшими. Но сейчас ничего не чувствую. Вот у меня еще даже виноград не задубел. У мамы не то, что даже листья за все замерзли, а у нее даже и сами виноградины скукожились. У нее все замерзло. А у меня вот, наверное, потому что тут под кленом. И не очень, наверное, попало. И вот листья все вот зеленые почти. Ну, кое-где там есть такие коричневые. А везде практически зеленые листья. Тут, там далеко даже до леса. Вот, до туда. Какой-то КамАЗ там по дороге у нас едет, гремит. Слива вот желтая не прижилась. Или не желтая, может быть. Мы сами, конечно, выкапывали, не знали, какая она. Ну, была где желтая, но это не факт. И вот она почему-то мне не прижилась, не знаю. Хотя был летом, вот тут вот у основания был росток. Но потом он куда-то пропал. Я что-то думаю, Ванька, наверное, на него наступил или что-то, потому что он это умеет и может. Сейчас хочу, знаете, обед себе приготовить. Вот суп вообще никакого не хочется. Суп завтра буду варить в выходные, все будут дома. Хотя, не знаю, может быть, мы поедем опять в город, потому что у Ваньки вообще нет сапог. Ну, таких, знаете, резиновых. Они есть, но он всех продырявил. Там такая дырища у него, это вообще капец. Как ездит тут на этой машинке такой, ногами где отталкивается. И прям вот эти мысы все стер. Еще одни есть сапоги, они тоже такие же. Вот он сейчас ходит мне в ботинках. Ну, а вот на улицу вообще не в чем даже выйти. Вот маленькие сапоги, но ему жмут, блин, он жалуется. Ну, не знаю тоже, это, конечно, не точно. Может быть, я потом как-то одна съешь, сама не знаю. В общем, какая завтра будет еще погода, посмотрим. Как настроение у всех, здоровье. Посмотрим. И мне тоже куртку бы не мешала, осеннюю у меня нет. Поэтому, не знаю, в общем. Буду жарить яйца с помидорами. Вот помидорки две штуки принесла, такие не особо большие. Масло подсолнечное, помидоры порежу сюда. Чуть они потушатся, потом яйца туда вобью. Я их не размешиваю, просто вот как вот вбила и все. И колбаски немножко. Вот у меня такая сырокопченка. Вкусная, зараза, эта колбаса. Стоила вот по акции 90 с чем-то, может 9 или... Я не помню сколько. Ну, мы так на бутер ее едим. Ну, сейчас я две, прям три, может, кину. Они такие тонкие-тонкие, как бумажка, блин. Вот смотрите, прям вообще очень тонкие. Прям совсем. Но она пахнет даже вкусно. Хорошая вот эта колбаса. Так, буду вот так вот я обедать сегодня. Еще хотела вам показать. Насте в школе так новый урок появился. Я такой не поняла, то ли 2 это урока в неделю, или 4 у них. Вчера было, и сегодня, в общем, непонятно что-то. Что-то какое-то слово первое, потом проект. То ли мой проект, или... Что-то такое, или индивидуальный проект. Ну, как-то так называется, вот не могу вспомнить. Ей задана тема. В общем, все пишут про школы, в каких, может быть, они раньше там учились или сейчас. Ну, вот у них в классе
5 человек и всем распределили. Настя училась раньше в нашей деревенской школе, поэтому будет писать про нее. То есть она училась до 7 класса вот в этой школе. Потом в другой школе она училась. И сейчас вот учится в третьей. Ну вот, и надо что-то где-то искать. В библиотеке про нашу школу ничего нет. Поэтому вот у нас учительница, она 25 лет отработала вот в этой школе, вот которая здесь вот деревенская. Тоже учитель истории. И она вот в таком вот журнал печаталась. Вот у нее тут есть про школу как раз вот. Она писала Ржевский район, и вот про школу тут фотографии. Не знаю, пока... Да, вот. Вот она вот писала про самого первого учителя, который здесь был. Вот даже она говорила, родственники его приезжали. Давным-давно это вот все было. Вот такая вот школа раньше была совсем деревянная. Вот еще. Это все вот было... А, подождите, это уже не там. Это детский дом. В общем, вот ее. Да, вот ее. И из газеты тоже. Вот у нее. Тут просто, наверное, кто-то брал. Да, это просто кто-то брал интервью, наверное. Что-то у меня вообще никакого-то. Вот. Тут я не знаю. Евсеев. Вот это директор наш. Бывший сейчас. И его отец, третий слева, в первом ряду. Это вот этот, что ли? Нет, в первом ряду. Вот это, значит. Это вот первый директор, наверное, вот этой школы. В общем, надо прочитать, а то я уже совсем забыла. Вот вторая. Ну, точнее, вот эта первая страница. Это вот в школе, в газете печаталась. Вот в 13-м году. 73-й год. Обалдеть. А это уже... Я даже что-то таких это и не знаю. Не знаю. Так, вот это мы с Настей будем все читать, выбирать, потому что проект это не 5 слов. Вот еще паспорт она принесла тоже. Ну, а здесь она как бы, знаете... расписала, или как вот у нее расписано было, проект как делать, я так понимаю, потому что здесь написано цели, задачи. В общем, к чему это вообще этот проект делали. Тут это вот фотка, можно хотя бы эту будет взять, фотографию. Еще у нас в клубе есть, ну, тоже стенд. И когда школу закрыли, туда перенесли некоторые вот документы. Там музей был у нас в школе такой. И Великой Отечественной войны был музей. Ну, она, конечно, сказала, что половины, даже больше, наверное, половины уже нет. Того, что было, все растащили. Но фотографии, конечно, там остались. Поэтому потом надо вот зайти, пофоткать хотя бы. Потому что все равно проект мы будем делать не на бумажном экземпляре, а на флешке, в общем... В интернете, короче говоря, будем делать. World Office, наверное, я. Мы всегда, конечно, там делаем проекты. Всегда в этой программе. Так что вот такие дела у нас на будущее. Смотрим будущее, дела на будущее, да. Проект надо сдать до Нового года обязательно. Работает тоже, конечно, кропотливая. Не напишешь все в двух словах, все фотки. В общем, все надо выбрать, подобрать. Еще все равно, может быть, не знаю, где-нибудь пороемся, еще у кого-то поспрашиваем. Посмотрим. Будет видно дальше, что... Сейчас пока еще вот это в колею, как бы надо вот войти вот эту учебную, чтобы, вот, знаете, правильно распределять время. Потому что как-то еще не... Ну, Настя может и до 12, допустим, сидеть. Вот мои орхидейки, еще он расцвели. Такая красота. Ой, какие только красивые цветы. Вот тут тоже у меня будет вот расцветать еще, смотрите. Вот эта вот, которая отцвела почти. Там два цветика осталось. Но это никак не хочет цвести. Я вот лично не знаю, кто как. Я всегда помогаю Насте. Помогаю с уроками. Ну, конечно, я не делаю там ни русский, ни математику, и ни алгебру, ни геометрию.
А вот если проекты какие-то, или, может быть, рисунки, надо вот нарисовать какие-нибудь там, я не знаю. Мы часто рисовали с ней каким-то праздником, сообщения какие-нибудь, если делать. Я ей помогаю, конечно. Это намного быстрее, если поможешь. И вообще, у меня такая привычка, если честно, контролировать. Я в ней постоянно спрашиваю, все ли она сделала, что поняла, что не поняла. Может быть, конечно, это неправильно, но я не знаю. Я вот не могу по-другому. Раньше я у нее даже и пересказ спрашивала. Ну, конечно, теперь-то нет. Сейчас она делает все сама. Но вот такие вот какие-то глобальные, конечно, я ей стараюсь помогать. И что в моих, конечно, силах. Потому что сейчас вообще очень тяжело учиться. Если еще и один, и никто не помогает, мне кажется, это очень трудно. Ну, может быть, есть такие умные головы у детей, которым и не нужна никакая помощь. Но Насте вот нужна, мне кажется. По крайней мере, она меня просит там что-то помочь или найти, или еще. Поэтому пока я вот ей помогаю. Так вот, я размешала уже, вот помешала. Сейчас посолю чуть-чуть. Еще прям минуты две, и буду яйца туда вбивать. Я не люблю, знаете, когда там совсем такое жареное все. Ну и чтобы тоже недожаренные или недотушенные овощи какие-то. Я тоже не люблю, знаете, когда хрустят на зубах. Альден, так и говорят. Я тоже такие не люблю. Как-то вот купила пасту вот эту я. Вот эту вот. Мне вообще не понравилось. Какая-то вот мы покупали до этого. Тоже вот этой фирмы. Ну, какая-то она была не синяя, но вот я не помню. Вот она была более-менее. А это какая-то вот ерунда. Не знаю, какая-то чепуха. Банку надо помыть сейчас, помою. Это с вчерашних огурцов. Я про нее вообще забыла. Посуду, конечно, у меня все вынута была с вечера. А про банку я совсем вылетела, она у меня из головы. Вот, все добавила. Яичко вбила два. Главное, с одной ячейки яйца. Эти, смотрите, такой желтый, а вот это оранжевый. Странно. И три пластика колбаски вот это, которые я вам показывала. Смотрите, какая красота, да? Такой оранжевый, желто, красно, бело. Непонятно какого цвета, ну красиво. Сейчас крышка накрою. Я люблю, чтобы желтки сверху, знаете, вот такие вот стали. Даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, приготовились, короче говоря. Чтобы они не были, знаете, сверху такой, как вода. Блины пеку. Ужин у нас. Ну, я так пеку, блин, мы сразу их и едим. Не пеку я эту гору, потому что незачем. Вот мы с Настей сидим, ждем блина. Ванчик сидит, ест первый блин, который еще я спекла вначале. Потому что ему надо, чтобы он простыл, он не может горячий. А мы с Настей любим горячий. Повидло яблочное там у нас положено. Ваньке включили три кота, он смотрит. И символично и это три кота. Как они называются, я забыла. А, мармелад. Да. Приходим. Ты видела? Да, кот там сидел. На улицу ходили. Потом домой вот пришли. Какой блин уже получается? Пятый, наверное, какой-то. Пятый или шестой, не знаю. Купили в магазин, заходили. Вот я молоко покупала. Муку. Потом всякую там ерундень. Ну, это... Мармеладки, фигатки. Убери это, нас подвинь, блин, Ваньки. Кота выпустите кто-нибудь. Культура так и прет. Сейчас сюда налью. Вот, блин, налила то одной рукой. Никак не получается. И тут еще вот немного уже осталось. Ну, штуки две, наверное. Две, ну, три, может, от силы. Вот такое молоко взяли. Масло. Сейчас будем с Настей пополам съедим этот блин. И еще потом с ключом. Да? Люди. А люди. Ну, что у тебя? Что-то красное тут нашли. Не больно там ничего? Настя. У нас даже на улице мы как сейчас гуляли, вот когда вечером, даже солнце там проглянуло чуть-чуть. Ванька испугался сегодня.
с магазина шли, и собака на него бежала. Ну, она не кусается, но все равно. Ванька испугался очень. Хотели зайти в клуб пофоткать. Это, ну, насчет вот школы, про этот проект, что я говорила. А все у нас, как обычно, закрыто. Главное, все до 5 должны работать. Но у нас, как обычно, когда хотят, тогда и закрывают. Было еще 4:30, уже все было закрыто на замок.